Что у нас? Великий Бамбино. Бэйб Рут, ничего себе. Я владелец магазина спортивных реликвий в Лас-Вегасе. Ребята часто зовут меня на помощь. Вещи, связанные с Бэйбом Рутом, особенно с периодом, когда он играл, всегда будут в цене. Ни один фанат спорта не сможет пройти мимо такой карточки. Это одна из первых карточек Рута. Ее выпустила газета Трибьюн. У них было 200 наборов карточек, которые они распространяли в своих номерах. Здесь реклама из Трибьюн. Это делает карточку более ценной. Самую дорогую недавно продали за 100 тысяч. На настоящее? Сейчас узнаем. Мы должны проанализировать текстуру бумаги. Что касается цены, это ноль. Это не настоящая карточка. Это видно по текстуре, по качеству бумаги и печати. Черт! А 65 тысяч были так близки.